Это у меня пустой стол получается. Библиотека, может быть? Давай! Ну, слава богу, что все нормально. Ага, хорошо, скажу. А вот можете посмотреть, как он. Интимка. Вот пыльца налипает на эту всю штуку. Вот почему они не любят возле линии электропередач. Они электризуются и плохо себя чувствуют. Я могу, если хотите, еще посмотреть. У нас есть и круг даже. Я тоже записываю. Нет.
пишите. Отодвинь просто это. Добрый день, что вас интересует? Дима, не чешите ли вы начинать с того, что это ваше транспорт? Очень много. Очень хорошие. Это самые лучшие специалисты. Какие? Это специалисты. Раздатку для школьников. Чемпион Европы, мастер спорта. Это мужчина ходит. Кто это? А это вот я не видел, но ручечку дайте мне. Не надо снимать. Теперь снимать, то есть вы скинете, то есть вы не написали. А потом вы переглянете, если что нормально. Ну, то лучше подивися, если что мы зробили, я тебе покажу. А там дивитися. Ні, ну це дивитися, ні. Бачите? Ну це мені чути. А ви куди хочете вступати? Пока не знаю. Я помогу, Галь, пойди.
швидше. Закладів на півдні України. Ми маємо сьогодні 14 факультетів,
ви можете познайомитися з досягненнями цих факультетів. Маємо 53 кафедри, 38 напрямів підготовки, 28 спеціальностей, 34 аспірантури, куди ви можете поступати після того, як вже закінчити повністю всі освітньо-кваліфікаційні рівні. Крім того, що ви можете навчатися в університеті, ви можете ще й дуже добре відпочивати, тому що в нас кожен майже тиждень проходять все університетські заходи, в яких включаються майже всі активні студенти нашого університету. Відпочиваєте ви на березі СМТ «Лазурне», це спортивно-здоровчий табір «Буревіст». Є в нас водоспортивна станція, де можна займатися будь-якими видами спорту, особливо ті, що є на воді. В нас є ботанічний сад, де можна подивитися на різноманітні екзоти, які є на півдні України. В нас є все для того, щоб навчати абітурієнтів, які прийдуть сюди, і для того, щоб відпочивати. Ще раз запрошую вас до лав студентства Херсонського державного університету і передаю слово першому проректору Херсонського державного університету. Уважаемые коллеги, действительно, сегодня как бы первый вход, да, первые входы к нам в университет накануне Нового года. Я хочу сказать, что многих, кто сюда пришел, уже сделали выбор. Выбор сделали правильный, причем даже я смотрю, некоторые пришли абитуриенты, которые к нам придут через сколько там, через лет 10 придешь к нам, да, учиться. Так что у нас перспективы хорошие есть. Посмотрите на наших студентов, которые уже здесь есть, посмотрите, какие они пишут статьи, как им здесь хорошо, как им здесь комфортно. Действительно, мы рассматривали наш университет как корпорацию по обслуживанию образовательных интересов. И самое главное, что я хотел, чтобы вы услышали, что придя к нам, во-первых, вы действительно очень хорошо сможете увеличить свою стоимость за 4-5 лет через бакалаврскую программу, через магистерскую программу, если кто-то останется в аспирантуре. Но главное, что вы потом сможете сделать очень хорошую жизненную профессиональную карьеру. Для молодого человека это главное. Главное понимать, что его ждет там впереди. Херсонский госуниверситет сегодня действительно является лидером на рынке образовательных услуг, действительно такие вещи предоставляет. Александр Ильич уже говорил, мы не персифицированы практически по всем специальностям. У нас только нет медицины. Все остальное у нас есть. Поэтому студенты, приходя сюда, здесь действительно могут получить и одно образование на стационаре, другое образование заочное или на переподготовке, повышение квалификации. Кто захочет продолжить и получить более высокий уровень, более высокую степень, пожалуйста. Кто-то захочет стажироваться в других университетах Украины или мира. У нас отработана система, по которой мы имеем хорошие отношения с нашими партнерами из Франции, из Великобритании, из США. У нас есть программы двойных дипломов, и это означает, что вы можете получить образование или, скажем, получить какие-то кредиты, семестры в других университетах. Это очень важно. Поэтому Херсон и Херсонский госуниверситет в этом отношении является для вас очень хорошей стартовой площадкой. Мы ждем вас. Мы открыты. Вы сегодня можете увидеть наши успехи. Пожалуйста, приходите, работайте с вами. Мы вам обещаем не только диплом. Самое главное, мы вам обещаем те знания, умения, навыки и компетентности, с помощью которых вы сможете стать успешными людьми. Спасибо и успехов. Вам будут предлагать буклеты. Мы специально указали буклетом 10 сертификатов, которые необходимы на ту или иную специальность. То есть вы должны быть уже ориентированы, на какую специальность вы собираетесь поступать. Поэтому, читая буклет, будьте, пожалуйста, внимательны при выборе сертификата. Мы желаем вам удачи, выбирайте наш университет и надеемся 1 сентября увидеть вас в студентах и нашего Херсонского государственного университета. Субтитры создавал DimaTorzok.
хорошо вас слышу. Спасибо, какие расскажите мне. Что нужно? Да, желание. Я очень хочу быть вот там, где я живу. Как называется это? Биология. Да. У нас уже есть специализация. Криминология. Дендрология. Биотехнология. Биология — это нормативная часть, вводит уже зоология. Это фундаментальная наука, ее все биологи должны пройти. Пройти практику, собрать коллекцию. Биология. Основные части биологии — это ботаника, зоология, физиология, человека. Скажите, а что надо купить? Что надо взять вот этот информационный лист, почитать, сдать ЗНО. Но вам ЗНО, наверное, не нужно. И вы можете поступить как бы... По экзамену. По экзамену. Сейчас. Прежде всего, физика или химия, вы уже выбираете. Да, это 124 балла. И биология. Поэтому нужно лучше демонстрировать себя. А сколько у вас такое?
А попробовать что-то можно? А я календарь. ЛГРС тебе уже больше. Ну, что Yeah.
Путин. Я бы все коротко закончил. Я уже.
Фізика точно так само, вчитель фізики і справу читання інформатики. І дві інженерні спеціальності, це вчительські, а дві інженерні спеціальності. Тобто ви ходите не вчителем, бо там наші доброжелателі, скажімо, з технічного університету, ну, наші конкуренти, ми до себе перетягуємо, а вони до себе. Я говорю на час, я говорю, куди ви йдете на інформатику? Там вчителів випускають, не вчителі. Наші інформатики, якої, вони не мають права читати інформатику в школі. Вони інженера виходять, інженер-програміст, і інформатика, і програмна інженерія, ясно? Так що, якщо хлопці хочуть бути інженерами, пожалуйста. Но педагоги – це інженери чоловічих душ, а ви – інженери по програмному забезпеченню. Правильно? О, я на нього дивлюсь, точно інформатику. Хочу знати, що хоче, буде. Ще думаю. Так от, чотири ці спеціальності, дві педагогічні, дві інженерні. Кваліфікаційні рівні всі, які тільки можливо. Бакалавр – раз, спеціаліст – два, магістр – три. Більше того, ще і аспірантура, ну, правда, не по інформатиці програмі, а по, все-таки по педагогічній науці, так, от, по математиці. Але з інформатики, висування інформатики, в більше того, навіть ще більше. Наш перший проєктор, наш університет, він якраз завідує кафедру інформатики, так, і там оця, значить, аспірантура, і, крім того, він голова спеціалізованої вченої ради по присудженню наукової ступені кандидата педагогічних наук. Тобто, тільки заходить на перший курс, перед вами 8-10 років впереді, і ви виходите кандидатом наук. Представляєте? Будете так, як я. Брати методію і розказувати їм, що там у нас не хорошо. Тобто, якщо ви хочете бути вчителем, будь ласка, хочете бути інженером, будь ласка, хочете займатися наукою, будь ласка, наші випускники інформатики, такі круті зарплати заробляють, але всім це мовчать, просто ми знаємо, тобто, коло 2000 баксів, виходить, в місяць, але це одиниці, одиниці на ринку. У нас дві, по місту дві зарубіжні фірми, які, ну як зарубіжні, вони, їх головні штаб-квартири, одна в Нью-Йорку, друга десь в Європі, я точно навіть не пам'ятаю, а тут філіали і наші випускники, вже починаючи, та, по-моєму, там із другого курсу вже, там працюють, ну так, по чуть-чуть, після занять, там, на 0,25 ставки, хто-то навіть на пів ставки, якщо за цей час показує хороші показники, знання англійської мови іноземної, так, і гарно програмуємо, не пропускають тут заняття, вони туди потрошечки переходять в ті фірми працювати, вже для сотні чоловік працює, і зарплати, я б сам хотів туди піти, ну, вони кажуть, ну, не підходиш, старий вже. А молоденькі ходять. Так от, вчитися 4 роки для бакалавра, потім після бакалавра зразу розходяться дві таких дорожки, одна на спеціаліста, друга на магістра. Ну, скажімо, хто покруче на магістра, да? Що значить от, різниця між магістром і спеціалістом? Спеціаліст, він йде, наприклад, от, якщо по педагогічній спеціальності, він зразу йде, має право викладати фізику або математику, куди він поступив в середній школі, так? А магістр, він, ну, це така перша сходинка до наукової роботи. Тобто доступу до аспірантури і отримання вже наукового ступеня. Да, там, таких, хто наукових, то фізичних.
Дівчатка з кафедри зараз навчаються, і вже деякі закінчили в Драгоманово в Києві, і у Львові Франка, закінчують в інституті математики, закінчують аспірантури, рік-два після цього не захищаються кандидати наук, а потім поїхали, хочете, докторі хочете, а потім, а ви то точно будете академіки, я вже бачу по вас, що хочете, все нормально буде. Так от, відносно того, щоб отримати далі навчатися, і умови навчання дуже такі хороші. Ну, традиції, можна розуміти, 95 років. Що може зробити вуз, який там 10 років відкрився і в дитячому саді або якісь там подворотні, да? Хоч і названня таке солідне, да? А це 95 років роботи. Я на всякий випадок, якщо хтось говорить, ну от інформатика, програмна інженерія, сьогодні вже хлопчики, да, от ми, а знаєш разницю? А чого ж туди хочеш іменно на програмну інженерію? Ну так, да? А чого не інформатика? Не подходит, да? А значит, ты знаешь разницу, да? Значит, коли у нас, я хочу пояснити, програмна інженерія у нас зараз іде, от третій курс навчається, так? Тобто це перша спеціальна, вона молоденька у нас, ще вона не акредитована, тільки ліцензована, я поясню, що це таке. Значить, вони закінчують оцей третій курс і на наступний курс, на четвертий, коли вони зайдуть, вони будуть акредитуватися. Що це означає? Що сюди приїде комісія. Міністерство, да? Вони там будуть писати контрольні роботи і так далі, комісія перевіряти бумажки, тому раз, да, давайте. І дають акредитацію право видавати диплом. Вони самі перші люди. Потім вони переходять на п'ятий курс, тут же паралельно ліцензується спеціаліст і магістр, вони переходять на п'ятий курс, знову до них приїжджає комісія на другий рік, знову контрольні роботи, все перевіряють і право видавати диплом. І от тоді вже можна буде запускати і заочне відділення, і зрозуміло, вже з першого курсу повністю буде замкнений цикл. А ті три спеціальності – інформатика, математика, фізика – вони дуже давно, у нас є повний цикл. Все, що, які тільки можливі ці рівні, є всі три. Значить, програмна інженерія поки що бакалавр. Зрозуміло, да? Щоб було ясно. Тепер от, якщо різниця між інформатикою і програмною інженерією. Я так, як по робочій крестьянському скажу, да? Тому що ну, мені там, я ж кажу, розказував вже, мені якось написали їхні спеціалісти з кафедри, можу дай теж пояснити людям як. І вони мені таку фразу написали, що я сам її не розібрав. А суть яка в чому полягає, якщо інформатика це є застосування комп'ютера в різних галузях, так? Починаючи із магазина складського, да? Логістика, так? І кінчаючи цим адронним колайдером, так? І так далі. Це фактично це застосування. Це написання програм, складання офісних таких різних програм для обслуговування певних якихось ну, застосувань. То програмна інженерія тут трошечки складніше. Вона не займається от такими речами. Ну, хоча і це теж включається, але вона більше налаштована на розвиток програмного забезпечення самого комп'ютера, скажімо так. Ідея зрозумів? От. Ці інформатики, в тому, я кажу, да, вони ваш не розумієте, не то. Ну, грубо, щоб люди зрозуміли, щоб і мама зрозуміла, то отак, да? Тобто, ви будете крутіші, в якому розумінні, ви будете вивчати, скажімо, мови програмування самого низького рівня. Ну, нехай тебе нарікає слово, що низького рівня. Тому що саме високого рівня мови програмування, це, як кажуть, для домохазяїв. От якраз для інформатики. Да? Запусти і хай воно як чекає. А низького рівня це означає, ну якщо ти чув асемблер такі слова, почуєш, я їх почую, ти хочеш, коли ти дійдеться. Це фактично доходить до програмування, до самої елементарної ячейки пам'яті комп'ютера 0.1, 0.1, 0.1. Знаєш таку штуку? Двоєчна річ. Все будеш знати. Так буде дійдеться, тебе навчає. Не захочеш, заставлять. Хочеш. Так от, оце самі круті спеціалісти, самі круті програмісти. Ну, може такий приклад такий дойде, як кажуть зразу, ти Білл Гейтс, знаєш? Ще раз. Білл Гейтс. Звісно. Ну, так, да, такого мільярдера, самого крутого, да, багатшого людини на планеті. Оце програмний інженер. Він створив систему операційну Windows Phone. Оце програмні інженери працюють над такими речами. І створюють програмні цієї системи. Програмне забезпечення, але не для побутових цілей, скажімо так, не для застосування. Той же Word, той же Excel, да? От.
PowerPoint – це люди працюють над такими операційними системами. Це правильна інженерія. Це так, як я на свій хлопський розум. Розумію? Як люди роблять пояснення? Я міг би прочитати ту фразу, але ні я її не розумію, не ти розумієш. Правильно? Так ось це різниця між інформатикою і програмною інженерією. Куди ви не поступили на фізмат, прийдеться вчити математику, само собою, і фізику. Тому вам, ви взяли ті бумажечки, там є такі сертифікати. Обов'язкові. Українська мова тепер виглядає автоматом всі, вся Україна, понятно, да? Математика, профіль, якщо ви йдете на математику, на інформатику і на програмну інженерію. І 140 балів будете давати. Понятно, да? По профільному екзамену. Якщо хтось хоче на фізику, фізика профільний, треба мінімум 140 балів. На ті 124, да? А на фізику для фізики 140 балів, не менше. Значить, просто документи не візьмуть. І далі, третій вже, ну, вибірковий цей сертифікат. Якщо ви йдете знову на ці три спеціальності, на математику, на інформатику, на програму, третій можна здати або фізику, або іноземну мову. Здаєте і те, і друге, записуєтесь. І де більше парів, те й здаєте. Ідея понятна, так? Да? На фізиці третій вибірковий. Щось я на тебе весь час дивлюсь, кажу, що фізика, або програму. Куди ти хочеш? Фізика. Як? А от третій ти вибираєш, або математику, або хімію. Трошки дивно, що хімія, да? Але святоняна з фізичними процесами. Тут хімія діватися немає. Так. От і знову ж таки, тактика така. Вибирайте. Записуєте зразу на українське – раз, на профільний – два, і записуєтесь на два отих. Ясно? Скажемо, і на математику, і на наземну. І на математику, і на, ну, на фізику, і на наземну, і на математику, і на хімію. Ясно? І ще у вас, по-моєму, один залишається. П'ять? Ну, один для душі. Куди ще? А, куди мама скаже. Мама скаже, да, на фізмат, молодець. Ну, давай ще паралельно, ще кудись там запишемося. От один для душі собі вибрати, на всякий випадок. Документи будете подавати літом, десь, по-моєму, з 1 липня, по-моєму, десь. Так. Приносити всі ці приймальну комісію. Олександра Сергіївна буде приймати у вас документи, ви її зразу пізнаєте, вона вас пізнає, заходіть, розкажуть, що там, як запишуть, потім ви просто будете по комп'ютеру, по мережі дивитися. В інтернет заходите, там аудиторієте, або на сайт нашого університету, далі там є сайт в бумажечках наш, заходите, можете побачити наш фізмат, чим ми займаємося, наші фотографії, нас впізнати. От, там фотографії, що на чужий день пройшов такий. Спеціальності, ці всі умови, там все це написано, все це можна прочитати. І просто слідкуєте, там буде такий рейтинговий списочок, і там такий, ну, кожен день він буде обновлятися. От сьогодні ви там 20-ті, а завтра 10-ті, а потім знову 15-ті. І так, кожен день буде збиратися, в залежності від того, хто подає документи. Чи з більшими балами сумою, чи з меншою, так? І під кінець, коли останній день, хлоп відрізав і починається чехарда. Отам ніхто нічого не зрозуміє до останнього дня. Одні приходять, забирають документи, люди піднімаються. Другі приходять, приносять документи, люди опускаються. І починається таке. Сльози, крик, шум, непонятно, що робиться, може, сумасшедший дом. Отак десь днів 5 буде. А потім все утихомириться, все в порядку. Що я вам хочу сказати, ті, хто поступає на фізмат, практично всі заходять. Оце ж декілька років. Головне, якщо щось вам буде незрозуміло, ви дуже прибігаєте сюди, піднімаєтесь, правда, на 4-й етаж, ну, ще там деканат, заходить і каже, Валерій Іванович, там щось непонятне. Оце я була 10-та, тепер я вже 20-та. Та я що, не поступлю, чи що? Ні, дитина, успокойся, поступиш. Ми всіх забираємо. Ми замовили на цей рік по 25 бюджетних місць на кожну спеціальність. По 25. Це нормально, цілком. Ну, правда, в нас на інформатику і на програмну інженерію трошки більший конкурс, да? То ми там і платничків набираємо, контрактників. Тобто заповнюємо цей. А на фізику, математику, як правило, заходять майже всі. Більше того, якщо навіть хтось остається лишнім, ми вже декілька років підряд, нам це міністерство дозволяє, дякую, що спеціальності нормальні. Не юристів, не
економісти, не фінансісти, да, не це, ну, нормальні, які треба государству. Вони нам просто, ми їдемо, кажуть, у нас залишилось під риску там три чоловіка. Ну давайте заберемо їх. Пишемо бумажки, вони нам дозволяють, і ми забираємо їх. От така ситуація. Так що практично у нас поступають всі. Я вже сам собі надаю, вам ще не надаю? Давайте так, питайте, що ви хотіли зробити. Тобто на програмній інженерії більше бюджету 5, чим не там? Ні, ще раз сказав, на спеціальності 25. Но, це ми подали заяву. Кількість, точна кількість бюджетних місць на кожну спеціальність буде відома приблизно в кінці червня. Іюня. Це кожен рік так. Тому що зараз, ще ж бюджету нема. Механіка така. Уряд затвердив бюджет, ну Верховна Рада так, затвердив. Потім його починають пиляти на часті, скільки затвердили, роздають по міністерству. Міністерство освіти отримало, пиляє там на кожну область, на кожен вуз розпиляло. Потім поділили ще поетом, і це все займає от якраз 4-5 місяців. Тільки потім ці вже йдуть набор документів, вже не ясно скільки місяців. Отаке буває. А потім вже до кінця приходить і тоді зразу бац, цю бумажку на сайт, на там будуть розтяжки, побачите, плакати, туди повісять, і все ви будете знати. Ви повинні знати, що ви все рівно до нас поступите. І не треба нікуди більше поступати, а тільки до нас, бо ми найкращі. Ми самі круті, круче не буває. А щоб ви знали, доказати елементарно, математичним образом. Візьміть оці всі вузи, які є в Херсоні, в ближайші селі, типа Каховка, Лукаховка і так далі, Плана Миколаївка, Корабєлка, там, технічний, аграрний, ну і само собою ці всі в подворотнях, ці міжпланетні академії зберуть в кучу, їх збереться, ну, по сумі, як я казав, контингенту і цих працівників, 1005, напевно, от в сумі. А наш університет 10 тисяч. Тобто вони так, може, чи більше половини від нашого університету будуть сумі складати по всій області, розумієте? Оце вам рівень. Ясно? Як, наскільки ми крутили. Сам собі нравився. Захотів самому поступити. Запишемо. Добре? Питайте, що треба. Щоб все розказав, цікаво. Як скажете? Зараз, як бонус від нас, пройдемося, подивитися, щоб, ну, а в другу мані є дядько, да? Вас проведуть, зараз покажуть комп'ютерний клас, який у нас комп'ютерний клас є. Потім на четвертий поверх опустить, покажуть фізики, покажуть свої те приборчики, крутяться, що мігає там, блистає і так далі. І якщо ще захочете, ще вас потім зал. А, ви ж, знаєте, у нас обсерваторія є? А, так. Єдина в місті, а може на небо, в Миколаїві ще є. Прямо над другим корпусом, коли ззаді нас геологічні, подивіться над кришоткий купол здоровий, там телескоп. Телескоп ще, це ісовський, це трофейний телескоп, який коли от німці в Маніньку, коли в 45-му, да, придавили, то в них забрали телескоп. Ну, це ж не вчите. Так, це ж відома історія. У нас всі ваші вчителі по області скрізь. Фактично наші студенти. Ні, всі хороші вчителі. Я що це? Якщо якийсь поганий вчитель, то не з нашого університету, то він десь в другій області, другого. Це точно не наш. А всі хороші наші. А, бачите, о, ви на нього можна навіть подивитися. Ну що, нема питань, то що, дружненько пішли, да? Олександр Сергійович, знаєте, за ручку, а ви так, за спіднички, за рубашечки і їх дружненько вам покажу. Не забувайте які бумажки. Якщо є якісь питання, або... Є у вас якісь вопроси? Проект какой-то по программе инженерии вашего института? Ну, именно конкретно этот отдел занимается разработкой программных продуктов также. У нас есть вот уже там, да. Мы делали, занимались проектами, там делали электронную энциклопедию, там делали сайт ботанический журнал и так далее. Но это из последних. А так вообще. Ну, к примеру, есть ГИСАУ, виртуальное обучение.
там идет онлайн-уроки, задания, задачи, на примерах можно посмотреть, порешать сразу. Или же есть WebApp, то программная среда для студентов, тоже интернет онлайн. Решается там задача, в основном на Паскале. Забивают решение туда, программа автоматом проверяет, выдает ошибки, потом уже они могут сами посмотреть, где они сделали ошибку, и что она так не работает. Показывает, где у тебя там ошибки, есть, или что еще? Есть фидбэк. Это для голосования университета. Это анонимное голосование, как бы, ну, его все проходят там. Например, вот поставьте оценку преподавателю там, или там какая-то там система, там, и ее нужно оценить. Там. Это все анонимно, каждому студенту дают ключ, он его проходит, и потом как бы там. Оно нужно для улучшения. Да, то есть, как студент хочет, вот, допустим, ставит оценку, такой-то преподаватель плохо облаживает материал. Потом с этим преподавателем работает. Да, то есть, как, ну, например. Что еще раз дальше? Ну опять же. Есть виртуальная библиотека, там мы вложим, ну, в общем, вложивают там книги электронные, то есть, ну, для обучения там, ну, там по поводу программирования, там, математика, такое. То есть можно зайти, там, не искать, скачать себе, там, читать дома, выучить какое-то. Ну, то есть, как бы, чтобы задание себе простить. Вы поступать хотите, да, так? Ну, интересует, где потом будете работать, возможные варианты. Да. Есть такие компании, как DataArt. Это IT-компания, где много наших выпускников работает в этой компании. Зарплата там идет от 600 долларов. Это именно конкретно программисты. PHP-разработчики, Java. .NET там тоже, да? C-Sharp. Ну вот мы, например, уже вот со второй... Ну да, кстати. Я вот второй курс можно уже работаю. Это тут вот в этом отделе. Вот уже так вот. Помогаю. Ну вот как бы старше уже лет там потихонечку. Ну а возможно так же как бы потом уже там и должен там уже это что-то. Если, допустим, себя хорошо покажете. Да, если, конечно, зарекомендуете себя хорошо, то понятно. Туда даже ездили, в Польшу, в Польшу, да, в Францию, в Австрию, на стажировку ездили уже наши. То такое. Ну, в принципе, вкратце все. Если что-то хотите спросить. Да, да, вот лучше конкретно, а то мы так. Хороший, понятно. Можете же книги там посмотреть, какие есть, какие работы есть. По IT, управление IT. Интернет сейчас работает? Вот по нашим, кажется, тут. Да, вот. У нас, кстати, международная айтишная по обмену опыта. Ну вот, прямой фидбэк. Регистрируешься, проходишь тест на любую тему. Если что-то не устраивает или хочешь как-то улучшить что-то в университете. Где даешь свой голос, он обязательно будет учтен. Так выглядит WebApp. Это пока еще, конечно, как бы отрабатывается, то ну, вообще она будет. А что, ты расскажешь? Поможешь? Мы сейчас к вам подойдем, да? Ну, общий черта. Тут у нас только вот это просмотрел в нашей работе. Вот эти дички, я тут сейчас не знаю.
Еще вопросы? Пойдемте в следующую лабораторию на Ольга. С разработкой педагогических программных средств за годы работы где-то начало 2001 года, потом она много раз переименовалась, но работала по сути над одним направлением, это математические программы. Было выпущено около 10 продуктов по заказу министерства, также работали с международными проектами. Основное направление деятельности – это компьютерная алгебра и, соответственно, ее применение для программных продуктов для школ. Если вы в школе учились и у вас был класс, скорее всего, вы, возможно, видели наши продукты, которые называются STERM 7.9, алгебра 7.9, видеоинтерпретатор, линейная алгебра 7. То есть это продукты, которые прошли лицензирование в министерстве и по сертификацию по качеству. И, соответственно, были доставлены более чем 2000 школ Украины по заказу министерства. И, кроме того, сейчас, в последнее время, мы занимаемся проблемами распространения программных продуктов. Это тоже сейчас существенная часть работы лаборатории. Ну и, соответственно, в этом тоже есть результаты. И построен сайт, который, по сути, является аналогом App Store, где можно будет в самом ближайшем будущем покупать наши продукты. У нас также проходит постоянно практики студентов, и с волонтерами мы тоже очень активно работаем. Поэтому, если вы будете у нас работать и хотите, в смысле учиться, и захотите как бы заранее вливаться в среду работы, то с удовольствием с вами поработаем. Ну и кроме того, что еще хочется отметить, что по сути где-то у нас 25 выпускников, так сказать, в кавычках, то есть те люди, которые студенты работали, здесь люди, которые работают, они сейчас занимают, по сути, ключевые посты в IT-компаниях Херсона, Киева и за рубежом в том числе. Поэтому это очень сильная составляющая подготовки. Да. Приходите, у нас профессор Львов, профессор Спиаковский работают, доцент Ковцов рядышком. Все занимают своими направлениями, очень хорошая подготовка. И как бы рост, действительно даем все для вашего роста, лишь бы у вас было желание. Остальное мы здесь во всем помогаем. Приходите, будем рады вас видеть. До встречи. До встречи. Разрабатываем сайт дистанционного обучения. То есть, получается, студенты могут в любое время взять, допустим, лабораторные лекции, допустим, пройти тесты в конце обучающего семестра. То есть не нужно постоянно делать всякого рода распечатки, бумагу портить, то есть это, как говорится, ну, да, экономия большая. То есть не нужно студентам бегать в ксерокопии, то есть, допустим, вы заболели, нужно бежать или звонить своим коллегам, чтобы они прислали лекции. Вы просто скачиваете его с интернета, точнее через интернет, и дома уже готовитесь, допустим, там, к зачету, контрольной, там, либо к лабораторной. А также наша лаборатория занимается мультимедийными разработками. То есть это Flash, Flex, HTML, Design. А сейчас, допустим, у нас перспективные разработки, то есть это разработка под мобильное устройство, того же сайта дистанционного обучения, то есть чтобы можно было удобно посмотреть через мобильное устройство. Да, да, то есть оптимизация. И также, допустим, у нас сейчас идет работа с моделированием ТТ-лаборатории. То есть 3D-флэш. Работаем сейчас. Вот как бы и все. Если заинтересуетесь, заходите. Спасибо. Пожалуйста. Вообще, смотри. Разные семейства, просто разные земли. Ну, давай думаем серьезными делами. Начнем с металлографический микроскоп. Да? Сейчас у меня объект установлен. Вот такая микросхема. И два прямоугольничка. Да? Это матрица памяти на 2 килобайта. Еще 80 лет. Не то самое последнее. Так, а теперь, значит, вот смотрите, на экран или снимите. Значит, вот мы эту микросхему видим. Можно резко срегулировать.
нужно перемещаться. Я думаю, сейчас на краю пристало. Мы на краю кристалла сейчас находимся. Вот, вот это вывод. Один из 24. То есть проволочка приварена к кристаллу кремния. Идем дальше, значит, мы видим какие-то на краю контрольные точки. В смысле, в общем процессе выращивается отдельный транзистор, чтобы можно было померить их свойства. Дальше матрицы. Так, вот еще один вывод. Вот это зигзаг, это, судя по всему, сопротивление. Так, вот сюда дальше, вот это уже транзисторы пошли. Вот. А вот это пошла сама матрица памяти. То есть, да, левых транзисторов, ну, аж 2 кВт. То есть она не из самых последних. Вот. Зато ее хорошо. Да. Вот это мы все еще в одну страницу идем. Где-то там будет так. Вот эта граница между ними. И вот где-то сейчас вторая матрица пошла. А нет, это уже проскочили. Значит, мы тут проскочили где-то сюда. Мы вот так вот. Смотря как она ориентирована. А, вот это граница. Граница. Пошла вторая граница. Ну, значит, у нас сейчас вместо окуляра вставлена веб-камера. Сигнал идет сюда и дальше на проектор. Значит, это можно при желании сфотографировать, но это делать не будем. Ну, что нам надо? Я покажу другое. Вот у меня студенты 5-го курса изучают основанную на технике. Ну, там вот одна из лабораторных работ, это выстрелить острие из вольфрама, то есть зонд на микроскоп. Да. Это один из лучших получился. То есть там вот я радиус острия где-то порядка десятых миллиметров. То есть сотни нанометров. Mm-hmm. Ну, это снимали при верхнем освещении, при нижнем, чтобы всегда их увидеть. Потому что сам проволока, ну, общий диаметр проволоки будет 35 мм, но это мы видим только острие, то есть она сама там не поместилась. Да? Поэтому трудно сфокусироваться в бинарной резкости микроскопа маленькой. То есть видим или блики наверху, или видим боковые стороны. Да? Когда силуэт, тогда можно четко сфокусироваться, посмотреть. И угол заточки определить, радиус острия и прочее. Ну это хорошо. А вот другие студенты делали, кто у нас тут, вот эти, наверное, сейчас подать изделия. Например, вот этих получился на наш нет для анализа руки. То есть шатание, ну они как это, сидел Степа, прозевал момент, когда острие отвалилось. Потом травили его еще мучительно. Это потом ломок, который отвалился. Это мы сделали на мясорубку, на ловлю мясорубку, когда делали на котлет. Вот. А теперь еще, значит, вот это же дело, есть по нанотехнике и другие работы. Мы сейчас потом словом наглянем, сейчас я камеру отключу. Тихо, нет, я так. Значит, эту программу тоже студенты писали, то есть программа, которая обслуживает туннельный микроскоп. Значит, вот она сама экзешник, но она еще тоже в стадии доводки, то есть, что такое? А, говоришь, у нее нету параллельного спорта в этой машине, ну да нет. Так, значит, на этом экране. Вот, и вот, допустим, выбираем формат, я хочу быстренько 64, и пошло сканирование. То есть сигнал электроэлектрически вводится через USB-порт, оцифровывается и прописывается в неясность. Да, данные появляются на компьютере. Ну, синяя линия сейчас идет по низу, да, сигнал, но сигнала сейчас здесь нет, поэтому она там прописывается. А в итоге получается вот что. Получаются вот такие вот форматные МП-снимки. То есть это мы сейчас код пока писали, то есть там слабые серые полосы есть, это мы подводили образец, то есть размах побольше. То есть оно, кстати, обкатки сейчас все это дело. То есть уже дефолтно работает, но окончательный вариант мы меньше потом запустить. Ну там белая полоска вот видна. Да? А потом дальше
начинается, есть такая программа для обработки сканирования изображений в битов. Чешский институт метрологии разрабатывал, но она выложена на сайте, открыта бесплатно и так далее. Ну, сейчас. Что дальше с этим изображением можно сделать? Вот мы его импортировали. Можно масштабчик увеличить, можно по-разному раскрасить. То есть, или просто вот серое, как оно было, исходное, или можно подгорный пейзаж, то есть вершины покрыты снегом, это море, равнины. Да. Можно под радугу. Ну, то есть, когда мелкие детали надо выглядеть, да, значит, можно окрашивать. А дальше мы берем и строим трехмерное изображение. То есть программа все это сама делает. То есть это у нас в ходе эксперимента по технологии системы тарифа вложили вот такие вот ступенечки прорисовались. Да? И то, и то. А дальше, то есть мы, по сути, это у нас помехи. Но помехи можно удалить. То есть это общая боязнь возникновения микроскопа, потому что процесс идет долго и накапливается ошибка. Да? Вот, допустим, вот таким вот образом раз. И остались только мелкие штрихи. Вот угорно, чтобы ручку настроили, накрутили, меняли в это время. Например, не дальше можно, в принципе, фильтры всевозможные. Тут есть и средняя арифметическая, и средняя медианная. Ну, вот, например, вот так. То есть практически мы все помехи подавили, кроме вот такой раз. Вот это потом будет дипломная работа. Еще одна. Если последняя, так, вот где-то вот, это тоже процесс перезарядки груза снят, то есть отработка, то есть вот это у нас сейчас максимальный размах изображения, ну, цифры здесь пока условные, потому что калибруется, но еще до конца, ну, в стадии работы. Да. Теперь, значит, иду вот сюда, чтобы было понятно, с чем это все. Ну вот лекция вторая, да, все остальное вообще забрал на красный клей. Там, кстати, на камеру. Так, сейчас мы это опять. Ну, я вообще не буду. Все недолго. Ну, опять я сказал. Усилием мы отправляем его на пьезоэлемент, который прогибается или больше, или меньше, то есть пытается менять высоту зонда так, чтобы держать постоянно туннель. Ну вот, то же самое, да? Вот это пьезоэлементы в разных вариациях. Это мы рисовали, да, это фирменные приборы. Вот. И у нас получается вот такие вот изображения. То есть пока, еще одна вещь, пока у нас сканирование не наглажено, вот это вот то же самое был схема, из дипломной работы, снимка взята. То есть преобразовали ток напряжения, у него крутизна 10⁸ степени вольт на ампер. Ну понятно, что 100 миллионов вольт он не даст, он даст свои там плюс-минус 15. Но зато он может чувствовать единицы и десятки наноампер, что нам и требуется. Да? Ну а дальше вот сравнение идет с заданным значением, интегрируется и опять подается на пьезоэлемент. Да? Вот это наш усилитель, ребята сами делали. Эта схема в дальнейшей части установки завязанной. Вот схема эксперимента. Это на будущее. Это фирменные приборы.
выпускается, ну, стоит дорого, и, то есть, речь там идет 1 700 000 российских, вот это один из способов сравнить. И вот, это немцы делают, вот, выпускают такой суховый наборничек из серии «Собери сам», то есть, не занимаешь, вот такие вот, и вот это зонда, это образец. Это их электроника. Это подвесочка на резине, потому что чувствительно к вибрациям, мы тоже такую уже сделали. Но это может позиционировать туннельный микроскоп за 100 долларов. Раскладывается на все, детали. Без затей. Ну, бетонная плита, вторая между ними. Ну, батарейка кровного для масштаба, да. Да. А между ними он и камеру накачивает, вот мотоцикл, это мотороллер, еще каким-то образом подключается. Вот это сейчас мы этим занимаемся. Пока вроде получается. Ну, разговорку сейчас вот как раз доделаем. Так. Ну что, значит, мы тогда сканер я вам показал и группу показал. Да? Поэтому сейчас мы здесь отсоединимся. Так, вышел. У меня было, наверное, ваше. Что такое? А, у меня снежку запустили. Должно отключить. Все, сейчас пойдем ко мне. 18-й, когда это говорили. Итак. Сигнал через USB. Единственное, опять же, что нету напряжения. То есть напряжение будет, да? И идет сканирование. Писано это на дейфа. Для отладки у нас есть еще подкрасить его, чтобы не так тоскливо было смотреть. И твердого тела, и поверхности, и прочее, когда он заработает уже. Почти все готово. Почти все нужно. А то уже 8-я версия, более новая, тут уже 2 окна сканированы, открываются. То сейчас идет отвод на угол, вот пошел значит, один луч сюда, а обратный ход на место тоже перебрасывать не можем, потому что иголка сместится со своего положения. То есть, чтобы не пропадала информация, мы видим на второй экран, второй угол. Анатолий Михайлович, где у вас потом? А вот тот цифроналовый преобразователь, который я показывал, а он дает 1024 позиции. То есть здесь 4 точки на экране, чтобы быстрее, но шаг можем сделать до 16. То есть можно ну, 64 на 16, 1024. Больше нет смысла просто там уже. Ну, будем так говорить, относительная подвижность, 1000 точек, сколько? 0,1%. Вот такие дела. Так же примерно экспериментальная часть. Да? А, вот сейчас надо откалиброваться. Так вот был сделан дифферометр маленький сам сейчас был. На нанометры. Да? Ну у него вот у этого, если Татьяне верить, я верите смысл вместе делали, у него где-то 15 нанометров на вольт. То есть один вольт напряжения вызывает смещение всего на 15 нанометров. Один нанометр это примерно 3 атома. То есть это оптический микроскоп нет на более стороне. Да? Вот. А дальше, значит, ну сейчас картинки, это мы веб-камеры снимали, то же самое только здесь. Ну а рядом мы глазом это смотрим, оказалось, что глазом удобнее. Это мы динамом лазера определяли точно по монохроматору, мы все, что 15 стоит, то есть взяли. Спектр водорода, по-моему, криптона, вот эти две линии, желтая и зеленая, да,
построили по ним калибровочную прямую, и дальше смотрим, где нашлась электроза. То есть вот это отсчеты барабана в градусах условно, да? И вот у нас идут оно, практически вот это квадрат параметров, то есть это аппроксимация, практически так вот, светодивидный кубик, и вот полосы видны, да? А теперь я сейчас включу источник напряжения. Когда мы напряжение на пьезоэлементе меняем, видно, как полосы перемещаются. То есть вот зеркальце наклеено на такой же пьезоэлемент, который в охранной сигнализации на витрине ставишь, когда разбивается. Вот посмотрите.